О, гости! Мы бы хотели зарегистрироваться. И нам нужен наилучший номер. Нет. Хорошо. Эй, наверное, этого достаточно будет. Воу! Конечно, можете заселяться. Вот ваша ключ-карта. Приятного времяпрепровождения. Ваши чаевые. Воу! А? Привет, мы бы хотели зарегистрироваться. Ваша карта... О, минутку. Вот, пожалуйста. Ладно. Оплата прошла. Вы можете выбрать наш бюджетный номер. Ура! Не так быстро. Вам туда. Это наш номер? Джекпот! О! Здорово! А, да, если бы не насекомые. Неплохо. Ау! Прочь отсюда! Вид мог бы быть получше. Хочешь попить? Привет, хотите напиток? Сейчас. Это особый коктейль нашего отеля. Вы будете удивлены. Прошу, за счет заведения. Спасибо. А я хочу шоколада. Вот, пожалуйста, мадам. Выглядит вкусно. Посмотрим. О, мне нужно больше. О, боже. Я объелась. А? Это шоколад. Упс. Не-не, ты ешь. Это так вкусно. Эй, смотри, кролик. Интересно, куда он бежит? Ты думаешь о том же, что пора и я? Поужинать. Пора поужинать! Этого должно быть достаточно. Круто! О, привет, малыш! К хорошему быстро привыкаешь. Какое убожество. Нужно забрать это домой. И это тоже. Вот меню. Принесите мне 5 бургеров. А я буду Амара. Хорошо. Эй, мы хотим есть. Хорошо, вот бюджетное меню. Неплохо. Я хочу бургер. И 5 стаканов воды. 5? Этот парень сумасшедший. Сначала заплатите. Вот, пожалуйста. Хорошо. 5 бургеров и... Эй! Ты мне мешаешь. Я иду. Прекрати. Извините за ожидание. Это стоит 50 тысяч долларов. Спасибо. Спасибо. Молекулярная кухня? О, отлично. Давай попробуем. Вот ваш заказ. Вау! Давай есть! Ого, хватит еще на одного. Вау, тут и на меня хватит. Да, братишка, присоединяйся. Привет, сегодня я буду делать вам массаж. Спасибо, давайте начнем. Еще. Хорошо. Еще. Конечно. Наш специальный золотой воск для вас, мадам. А можно что-то более расслабляющее? Конечно, вот роскошный мед с особой пасеки. Еще! Хорошо! Еще! И поскорее! Еще! Хорошо! У меня руки отвалятся! Да, вот так! Как приятно! Кажется, я знаю, чем мы займемся! Ну, как теперь? Хорошо? Пока-пока! Спасибо, дорогая! Пока! Да, вот чаевые! Они выглядят довольно счастливыми! Привет. Пожалуйста. Нам нужен массаж. Массаж, говорите? Этого слишком мало. Кто-то заказывал массаж? Тогда вы пришли по адресу. Слишком сильно. Теперь для дамы. Горячий массаж спины. Слишком горячо. Далее. Вот так. Что за черт? Я на такое не соглашался. Пока, приходите еще. Вперед. Тут ничего не осталось. Эй, тут никого нет. Повезло. Смотри, кто-то оставил чипсы и попкорн. В чем дело? Привет. Нам нужны лучшие места. Хорошо, пожалуйста.
Что? Сделай что-нибудь! Вам это с рук не сойдет! Разберись, дорогой! Ты! Кто-то сидит на наших местах! Реши хорошо, этот вопрос! Хорошо. Пожалуйста, не могли бы вы освободить эти места? Нет! Ну, они сказали нет. Попробуй еще раз. Ого, $1000. Хорошо. Вы двое, убирайтесь. Можете занять свои места. Держитесь отсюда подальше. Я так вспотел. Как хорошо, что тут бесплатная вода. И бесплатные чипсы. Дай мне немного. Ужасно. Напитки. За тебя. И за прекрасное лето. Ну же, кажется, это все. О, нет, тебе он нужнее. О, это так мило с твоей стороны. А? Эй, намажь меня кремом. А, ладно. Вот тут. Что за... Нужно это чем-то стереть. Эй, куда ты? О, какой приятный отпуск. Она такая грустная. Иди, утешь ее. Сейчас я тебе помогу. Это ты? Привет. О, привет. Ты это трогала? Меня сейчас тошнит. Возвращайся. Пока. Пока. Я вас не слышу! За тебя! Смотри, я же говорил, что она придет! Идем! Стоять! Где ваш билет? У нас его нет! Мы попадем туда, не волнуйся! Эй! Подожди, у меня появилась идея! Мы сделаем для тебя нарядное платье! В нем тебя точно пропустят! Вау! Ты выглядишь прекрасно! Эй, все смотри. Равно нет. Нет, но мы так старались. Здесь слишком жарко. О, это же она. Пусти их. Вы двое. Мы? Да, заходите. Вау. Идем, давай танцевать. Ура. Фу. Идем отсюда. Наслаждайтесь. Привет, чувак. Ну кто еще там? Привет, Луна. Тимми, это ты? Точно, есть же фильтры. Секундочку. Привет, Тимми. Ой, нет, совсем не то. Что? Не то. Опять нет. Не то. Я зайду к тебе в 6 вечера. 6 вечера? Точно. Ну, да. Пока. Фу, было жестко. Ладно, я вздремну еще 5 минут. О, 6 часов? О, нет, время блистать. Пора раскрыть свою внутреннюю Бейонсе. Да, понадобится много шампуня. У меня еще есть время для массажа головы. О, нет, глаза. О, боже! Ну вот будет шишка. Я твоя мама. Твоя мама. Слушай сюда. Да, слушай сюда. Что? Почему она ледяная? Что это было? Да не важно. Ну где же это чертово полотенце? Какой холод! Мам, дай полотенце! О, конечно, вот, держи. Мам, ты не против, если я... Можно подумать, я там чего-то не видела. Спасибо. Нужно высушить волосы. Ну уже высыхайте. Жаль, что я не знаю заклинаний из Гарри Поттера или что-то в этом роде. Что? Мои волосы отпусти! Ой, нет, не может быть! Нет! Ну все, с меня хватит! Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Уже высохли? Да, наконец-то! Все для Тимми. Ой, почему расческа не двигается? Ну ладно.
Пожалуйста. А это больно. Интересно, там еще остались волосы. И сколько еще мне понадобится расчесок? Готово. Они быстро отрастают. О, лак для волос. Как раз то, что нужно. И нечего экономить. Чем больше, тем лучше. Следующий. Нельзя пропустить ни одной пряди. Я никогда не полагаюсь на случай. Что же я наделала? Мне поможет спрей для распутывания волос. А может и нет. А как насчет этого? Ого. О, кажется, я немного увлеклась. Ну ладно, больше, чем немного. Теперь я выгляжу как Барт Симпсон. Что? Неприятно признавать, но я очень страшная. Ой, а это еще что? Мега сильный? Это нужно исправить. Ой, мои руки. Приклеились намертво. Ну уже. Ой. Ну вот, а теперь вторая рука. О нет, только не падайте. Нет. Мои новые палетки. Я отдала за них целое состояние. Луна, что у тебя происходит? Ну и свинарник. Что ты имеешь в виду? Ну быстро все прибери, невероятно. О боже, нужно все исправить. Что ж, начнем все заново. Так-то лучше. Но вот кожа, ей бы не помешала небольшая помощь. Интересно, что тут написано? Корейская косметика — это всегда хорошо. Процесс пошел. Что ж, теперь нанесем крем и на другие части тела. Так-то лучше. А что это за волосы? Я выгляжу как йети. О, нет. Что? Крем для роста волос? Нужно срочно от них избавиться. Раз, два, три. Неужели я содрала с себя всю кожу? Наконец-то. Ой, мои ногти, этот кошмар когда-нибудь закончится? Фух, как сцена из фильма ужасов. Кажется, остается только одно. Будет больно. Мой заусенец. Ладно, тянем дальше уже вот-вот. О, наконец-то. Что? Да, это лучше не трогать. С этим нужно что-то делать. Нет. Но нужно выбрать новый маникюр. Вот этот. То, что нужно. Выглядит замечательно. О, вот это да. Совсем другое дело. Как здорово. Как же это успокаивает. Может, мне пора снимать АСМР-ролики для Ютуба? Надо же, мурашки по всему телу. И такие приятные ощущения в голове. Прямо так бы и не переставала печатать. Ну же, мерзкая молния. Вы меня предали. Так, ладно. Нужно мыслить нестандартно. Что ж, пора делать макияж. Выжму совсем немного. Эй, неужели пусто? Должно было остаться хоть чуть-чуть. А сейчас? О, вот как. Что ж, пожалуй, этого хватит. Класс, это мне больше не понадобится. Ну, я прямо как мим. Ой, это нужно исправить. Вот так намного натуральнее. Но это еще не все. Пора подвести глаза. А теперь другой глаз. Все идет гладко. Ну, хватит ли этого? Я должна выглядеть круто. Что ж, добавим еще немного. Вот так. Что, мало? Ладно. Ну почему я всегда перегибаю? Так, одну секунду. Ну вот, намного лучше. О, да, просто королева. Так, ну а теперь пора переодеться. Что же выбрать? Вот это вполне ничего. Сидит как влитое. Ну
как же мне застегнуть молнию? Ну почему мои руки не длинные? Ну же! Ого, почти получилось! Вот так! Эй, а что это там? Волосы! Мои волосы! Ну ладно, это платье без молнии. Но не без пятен. О, мой макияж! Ладно, кажется, я нашла то самое. Настоящая принцесса! Идеально! Но все же чего-то не хватает. Да, я так и знала. Красивых туфель. Работа по дому никогда не заканчивается. Что? Не припомню, чтобы мы ждали гостей. А, это ко мне. О, как скользко. Ай, ой. О боже, у меня просто нет слов. А, ну вот. Может, она просто куда-то вышла? О нет, только не брызги. Ну, здрасте. О, здрасте. А? Привет. Это тебе. И, кстати, ты выглядишь потрясающе. Ой, правда. Ты тоже отлично выглядишь. Спасибо. Первая любовь. Пора найти какое-нибудь сокровище. Видно, сегодня мой счастливый день. Иди к мамочке, да. Ого! О, нет, помогите! Что? Эй, верни мне мою цепочку, ты воровка! А ну, верни! О, да она просто находка! Она симпатичная! Ну и ну, она идеальная! Моя принцесса! На помощь! Не волнуйтесь, мисс, я об этом позабочусь! Спасибо! Да, она в безопасности! Миссия выполнена! Давайте убираться отсюда, да, мисс. Вы правы. Телефон, как же это работает? Все эти штуки такие сложные. О, она такая красивая. Я хочу взять ее в... Что? Так, она здесь, я нашла ее. О, это проблема. Пойдем со мной. Это для твоей же пользы. Да, где же она? Я снова ее потеряла. Здрасте. Ты стой здесь. Какие-то проблемы? Я должна вас просканировать. А вот и вот. Это что? Ты. Пойдешь со мной. Пронесло. Все чисто. Теперь можешь вылезать. Ты спас мне жизнь. Спасибо. Доброе утро, сэр. Еще один понедельник. Мои деньги не дрожат. Не дрожат. Вот же она. Выглядит фантастически. Новый телефон для принцессы. Мой номер уже там. Ух ты, миленько. Но у меня уже достаточно телефонов. Он симпатичный, но мне больше нравятся золотые слитки. Уберите это. Эй, Сэм. Да, сэр? Передай это ей вместе с запиской и... О, хорошо, сэр. Что? Что? Хороший костюм и золотой слиток. Ладно, можете пройти. Спасибо. Это для вас, мисс. О, так, и записка. Посмотрим. Свидание? Не все так просто. Подайте мне мой кейс с золотом. Ох, какая чудесная коллекция. Теперь у нее появился новый экспонат. Спасибо. Ради такой сказочности я и живу. Ух ты, она такая красивая. Эй. Он выглядит таким тупым. Давай его разыграем. Что с ним такое? Глупая пранкерша, не нужно было ей с ним связываться. Теперь она пожалеет. Никто не смеет трогать моего героя, это вам послужит уроком. Эй, на, получи. Голова кружится, хороший бросок, Луна. В следующий раз подумай дважды. Какая она дикая. Ого, мне такие нравятся. Эй, Луна, давай я тебе покажу кое-что. Смотри на эту стену. Ух ты, как круто. Ты такой талантливый. Но не хочешь сходить в кино? Я никуда не хочу с тобой идти. Ну ладно, тогда кино само придет к нам. Что? Ничего себе! Да уж, это точно. Ну, хочешь пойти на свидание? Хочешь пойти на свидание? Да. Нужно как-то подготовиться к свиданию. Мерцающий золотой дождь для моей красоты.
Мне нужна моя обычная маска для лица. И все это в пределах моей досягаемости. Природа – лучший рецепт моей естественной красоты. Теперь у меня будет идеальная кожа. Так, оранжевый? Ага, не-а. Нужно подобрать самый потрясающий цвет губ для свидания. О, вот этот. Очень приятные цвета, но нужно выбрать какой-то один. Да, вот этот цвет подойдет. В сегодняшнем меню маленький жуткий монстр. Косметика теперь стоит слишком дорого. И для последнего штриха розовые туфли на высоких каблуках. Я готова к свиданию. Что же мне надеть на свидание? У меня не так уж и много вариантов. На мне довольно милая одежда. Я готова к свиданию. Присаживайся. Готова сделать заказ? Официант! Специальное блюдо для наших особых клиентов. Пожалуйста. Позвольте мне добавить соус. Золотой соус – это наша фирменная приправа. Теперь ваше блюдо станет намного вкуснее. Но это же все равно лапша. Можно принести что-нибудь подороже. Никакой Заберите. Лапши. Как пожелаете. Ох уж эти богачи. Надеюсь, они любят морепродукты. Видишь ли, я купил этот ресторан. Это выглядит прекрасно. Приятного аппетита. Устрицы. Твое здоровье. Твое здоровье. Вкусно. Кажется, я наелась. Уже? Ох уж эти богачи. О, она здесь. О, здесь так красиво. Привет. У меня для тебя есть кое-что особенное. А где же она? Вот. Я приготовил это для тебя. Выглядит так аппетитно. Подожди. У меня тоже для тебя кое-что есть. Ладно. Ты готов? Крис, познакомься с Микки. Он тоже хочет есть. Держи, Микки. Для тебя тут тоже есть вкусняшки. Приятного аппетита. Твое здоровье. Восхитительно. Твоя рука такая гладкая. Знаю. И твои ногти мне тоже очень нравятся. Что это? Что-то сидит у меня на ноге. Это же мышь. Так освежающе. Что? Что там происходит? Микки, он пропал. Где же он? Ой, у нас проблемы. Да. Видишь его? Нет. Я не вижу. Он там. О, да. Давай его заберем. Микки, вот ты где. Микки, ты в порядке? Смотри, что у нас тут есть. Это лучший день моей жизни. Ну вот, мы и пришли. Мила. Ну ладно, пока. Может, ты хочешь зайти? Да! Добро пожаловать в мою гардеробу. Круто. Но здесь так темно. Извини, забыла включить свет. Уже почти. Ага, да. Ну вот, готово. Ух ты, волшебство! Твоя комната выглядит точь-в-точь, как моя. Ой, тут что-то есть. О, тараканчик. Ты мне не рассказывала о своих питомцах. Давай, ну же, вперед, давай, вперед, Ричи! Ну да! Же, быстрее! Я люблю тебя, как песню о любви! Ну что скажешь? Классный фильм! Да. Что? Подожди-ка. Да, мисс. Хорошо, мисс. Вы в порядке, что? Сэр? Можешь попросить его уйти? Да, конечно. Сходи, отдохни немного. Хорошо, сэр. Что? Твоя охрана всегда рядом. А как насчет уединения? Конечно, она всегда рядом. Мы же богатые, нас нужно охранять. И у нас тут везде камеры, вон там. Ой, да ладно. И под... Ты серьезно? Вот здесь. Невероятно. И вот здесь. Мне так жаль, Мона Лиза. Видишь? Я ухожу. Звяк, никогда будешь что? Готов к свиданию без всех этих камер. Как же я устала от своей богатой я жизни. Я могу сама себе купить цветы и написать свое имя вот на песке. Это да. Я могу сама себе купить цветы. Ты так цветы. На меня похожа. Нет, это ты на меня похожа. Но ты выглядишь счастливее меня. А я-то думала, что у богатых не бывает проблем. Ну... Но... О, нет, но... ты сама все увидишь. Вот, возьми. Вау, как красиво. Лина, вот вы где! А я вас уже обыскался! Эй, чего вы делаете? Отпустите меня! Эй, мы здесь! Куда вы меня забираете? Готовы? Вперед! Что?
Она оставила свои вещи. Гитара и скейтборд. Так, попробуем. Нужно взглянуть на мой новый дом. Вот это да! Здесь так круто, но так грязно. Нет гардероба, как необычно. Грязный носок. Фу, этот наряд не соответствует концепции. Мне нужно измениться. Вот так-то лучше. А это мне больше не понадобится. Как же я проголодалась. Пора что-нибудь съесть. Еда? Эй! Почему ничего не появляется? Совсем забыла. Может, здесь? Это ее домашнее животное? Они такие отвратительные. А? Землетрясение! Что? Лапша? Это я ни за что есть не буду. Ладно, пожалуй, лучше приготовить еду самой. Запросто. Оказывается, это не так уж легко. Что? Я разбрызгала тесто по всей кухне. Если сомневаетесь, приготовьте пасту. Так, а теперь добавим вот это. Вообще-то, даже вкусно. Думаю, нужно попробовать другой вкус. А что, не так уж и плохо. Не делайте так больше, я не хочу потерять свою работу. Вы должны ко мне прислушиваться. Вау. Одежда, где же ее одежда? Вот, наденьте это. Необычное ощущение. О, как мягко и красиво. Вам нужно что-то еще, мисс? Мне нужна ванная. О, пожалуйста, пройдите вон туда. Спасибо. Скорее, скорее, ну же. О, какие милые кнопочки. Еще, 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 еще. Фу, как же это выключить? Мисс, вы в порядке? Что здесь такое? Я ничего не видела. Не та кнопка. Мы уходим. Вам нужна какая-нибудь помощь, мисс? Только не снова, сколько можно, где же нужная кнопка? Кажется, я схожу с ума. Да что такое с этим домом? И чего еще тут можно ждать? Придется сделать это по старинке. Одной вполне хватит. Наконец-то все прошло гладко. Да, время вечеринки. Всем привет. Привет, ребята. Вечеринка уже началась. Сегодня вечером у нас особые гости. Это Луна и Крис. Встречайте. Ура, как круто. Сейчас мы для вас сыграем. Да. Что за? Убирайтесь отсюда! Ладно, что? Хватит играть! Ладно! Что с тобой? Что с тобой происходит? В своей прежней жизни я больше не хочу этого делать! О чем это ты? Джингл белл, джингл белл! Что это сейчас было? Вообще не секунду! Ты здесь? Я устала от богатой жизни. Давай поменяемся. Давай сделаем это. Наконец-то. Спасибо. Что? Дай мне микрофон. Простите, мамочка звонила. Где ты была? Позже расскажу. Пора это снять. Класс! Вот что я называю музыкой. Итак, любите себя. Всех с праздником. Всем мира, друзья. Наша страна гордится тобой. Сэр. Ты же это так не оставишь? Не оставлю. Ребята, это вам. Для пранков. Придется доказать, что ты готова, Кейси. Никаких игрушек, это запрещено. Она просто шикарна. Подержи-ка это. Ты зачем это сделал? Это не я. Вот доказательство. Наказан.
неверный шаг, Кейси! Я за тобой слежу! Стоять! Сейчас проверим! Иди! Стоять! Привет, Кейси! Что ты там прячешь? Давай рюкзак! Мне пора! Попался! Мерзкий шутник! Смотри, куда идешь! Теперь-то точно не убежишь! Где мои наручники? Прости! Это еще не конец! Любимая! Нельзя, чтобы она это увидела! Вот будет веселуха! Почему не работает? Ты что тут делаешь? Смыть после использования? Здрасте, мисс Пукало! Вот ты где! Кто-то нас разыграл! Знаю, я думаю... Что здесь происходит? Я все объясню! Пока! Я до тебя доберусь, Рик! От меня не спрячешься! Вот ты где! В этот раз я тебя точно достану, Рик! Как дела, Кейси? Все под контролем. Ау! Что? От меня ничего не скроешь. Говори. Это твоя работа? Нет! О, не вру. Я же говорил! Не может быть! Его рюкзак! Нет! Мой! Что? Твоих рук дело? Это не я! Нет! О нет, мистер Джонс! Кейси, ты на испытательном сроке! Не могу поверить! Кейси, ты мне нравишься! Худший шериф? Я докажу, что это не так! Эй, шериф! Я знаю, кто это сделал, но сначала... Я взяток не даю! Как хочешь. Стой! Что ты можешь предложить? Говори, что знаешь. Я видел мужчину. С усами. Киткат. В очках. Вот и все. Иди. Почему ты мне помог? Потому что ты лучший шериф на свете. Директор Джонс, вы не видели этого мужчину? Нет. У вас тут пыль. Фу, почти попался. Глупый шериф. С этого момента ты свободна. Спасибо, директор. Но сначала поможешь мне. Окей. Я загрузила видео. Сейчас узнаем, кто устраивает пранки.
А? Рик? Совершенно секретно. Позор не смыть. Стоять! Ты арестована! Он меня подставил! Директор? Но там никого нет, Лугунья! Приколист пойман! Ты опять взяла не того! За мной! Да! Это твой последний шанс! Попробуй разобраться! Я нашла приколиста! Я буду! Поймай меня, Кейси! Начнем расследование! Попался! Слишком медленно? Я плохой шериф! Мы поймаем его вместе! Ладно! Вау! А мне нравится этот трик! Кто же приколист? О мой бог! Это же директор! Нет! Кто-то хочет его подставить! А знаешь что? Я сам его арестую! Я тебе помогу! Сделаем это! Вау! Кейси, пойдем! Кейси! Вау! Знаю, да? Да! Тут сканер! Личность подтверждена! Да! Я первая! Стой! Давай я! Лазер выключен! Давай! Круто! Что? Для пранков! Не могу поверить! Его надо арестовать! Да, ты прав. Минуточку. Крутой пранк, да? Мы вас арестовываем! У нас есть доказательства! Молодцы, ребята! Вот теперь ты готова стать шерифом, да? Так это была проверка? Я вами горжусь, Чего? Продолжайте. Только это разновидность. Мам, что ты тут делаешь? Ты забыл обед, милый. Спасибо. Вау. Продолжайте. О, Стив, будь так любезен. Ладно. Ты справишься. Да. Пять. Что? Что? Привет. Привет, мам. Стив. Это необычно. Так держать, Стив. Спасибо. Что?
сюда, бро! Мистер Смит, я не хочу с ним сидеть! Окей! Нет проблем! Мистер Смит, повторите, пожалуйста! А ну-ка, тихо! Обожаю химию! Тест сдан! А? Что? Что ты делаешь? Я лучшая ученица! Уже нет! Что? Мам? Мам, ты тут? А что это? Что там такое? Это... Следующий. Хочу еще. Следующий. Можно мне ответ? За молочный коктейль. Коктейль? Ну ладно, давай. Есть! Идеально. Погнали! Всем туси! Что? Довольно! Вы об этом пожалеете! Миссис Стоун, смотрите, это Стив! Стив? Вау! Да! Что? Вау! Ребята? Стив, ты исключен! Но, мам! Не могу поверить! Стив! Ты забыл! Пока! Наконец-то! Мне так жаль! Увидимся, Стив! Пока, бро! Я не могу поверить! Смотри, куда прешь! Окей! Ил, серьезно? Извини, промазала. Привет, новенький! Отлично выглядишь! Пишем тест. Выйди вон! Приятного аппетита! Что это? Следующий! Спасибо, бро! Хочешь бутерброд? А ты хочешь со мной на свидание? Извини, я встречаюсь только с отличниками. А можешь мне Конечно. Помочь? Конечно! Чем это вы тут занимаетесь? Простите, миссис Карен, я все приберу. Я не специально. Уходи отсюда и никогда не возвращайся. Пора спать. Спокойной ночи, милая. Спокойной ночи, мам.
свидания. Никто и не заметит. Я готова идти. Получилось! Живо домой, Лекси. О, нет! Давай спать, милая. Ты снова? Марти, моя любовь, он просто ничтожество. Упс. Мам, что ты наделала? Прости. Ну ничего, все хорошо. У меня есть другое. Вау, Лекси, выглядишь потрясающе. Здрасте, миссис Карен. Лекси, на улице холодно. И ты? Я за тобой слежу. До свидания, миссис Карен. Печеньки. Я испекла. Я хочешь? Не люблю. О, что? Мы переезжаем. Мы переезжаем в Лос-Анджелес. Но я не хочу переезжать. Я не хочу расставаться с Марти. Позвоню Марти. Привет, Марти! Привет, я не знаю, что делать. Мама хочет переехать, а я не знала, что теперь делать. Да. Я тебя люблю и не хочу. Да, я слушаю. А еще я хочу стать королевой бала. Что это за звук? Ничего, Лекси, я сейчас приеду. Ладно, я жду. Упс. Кто там? Лекси! Тебя тут не ждут. Здрасте, миссис Карен! Откройте! Не приходи сюда больше! Нет, я иду к Лекси! Я знаю, что делать! Приступим! А вот и я! Ну как? Я тебе помогу! Что будем делать? У меня уже есть план! Это еще что? Марти, ты гений! Мам! Давай посмотрим новости. Мам, а где пульт? Включи телевизор. Вот же пульт на столе. Что? Как ты это делаешь? Срочные новости из Лос-Анджелеса. Сегодня произошел несчастный случай в зоопарке. Животные сбежали. Лекси, что там такое? Не выходите из дома, а те, кто решил переезжать... Не переезжайте! Как это выключить? Ну давай, выключайся! Лекси, хватит смотреть фейковые новости, отдай мне утюг. Мы переедем во что бы то ни стало. Пойдешь со мной на выпускной? Да. Все идут на выпускной. Пс-пс. Ты станешь королевой в этом году? Знаю, я могла бы. О, прости! Горячо! Прости, пожалуйста! Горячо!
горячий. Отлично! Мам! О, что случилось? Я заболела! О, милая! Я тоже знаю пару трюков. Сейчас ты у меня выздоровеешь. Я в порядке. Только иди уже. Работает как часы. Она меня тут точно не найдет! Лекси, ты где? Она думает, что я ее не вижу. Я вещи собирала! План Б! Без меня она не уедет! Здесь меня не заметят. И я перееду в Лололанджелес вместе с Лекси. Что там такое? Давай же. Что случилось? Упси! Какая женщина! Дорогая любовь моя! Мой свет фотошит! Что? Марти? Хватит шуметь! Упс! Простите, я сейчас! Мартинес! Мартинес! Я отнесу вас в дом. Лекси? Мам? Пап? А сын? Кажется, мы остаемся. Что ты делаешь? Дай помогу. Вау, спасибо, пап! Поприветствуйте короля и королеву бала, Лекси и Марти! Я горжусь вами! Лучшая домохозяйка. Она обожает здоровую пищу. Это папа Криса. Он может починить все, что угодно. Обожает фастфуд и ненавидит брокколи. Это Крис. Лучший ученик школы. Проще говоря, он ботаник. А это я, Лили. Худшая ученица в школе. Мы друг друга ненавидим, но наши родители влюбились друг в друга и поженились. Ты лучшее, что случалось в моей жизни. Мерзость. Да. О, детки, у нас для вас подарок. Три, два, один. Та-да! Крис и Лили, лучшие брат и сестра. Что за... Надо их разлучить. Да. Операция «Любовники». Что?
О, так не пойдет. Мам, как оригинально. Лили, цель определена. Эй, эта штука даже не работает. Целуй давай. Что, ты совсем уже? Какую бы выбрать? Туда. Залезай, иначе придется спать в одной комнате. Чуть не попались. Как он посмел? Стоп. Это же моя помада. Ты взяла ее помаду? Реально? Эй, Сири, включи музыку. Конечно. О, цель определена. Задача захват. Порхай, как бабочка, жаль, как пчела. Ха-ха-ха, это точно сработает. Папа ее за такое не простит. Эй, Сири, поставь таймер на 20 минут. Сири, поставь таймер на 20 минут. Сири, поставь таймер на 20 минут. Окей, отчет 20 минут пошел. Спасибо, Сири. Сработало. Да. Это наш последний шанс. Да, окей. Три. Два. Один. Лили, Крис, к доске! О, нет! Ты готов? Что? К директору! Как ты можешь после такого называть себя отцом? Это все твой сын виноват. Мой сын? Нет, это все твоя дочь. Моя дочь Лили? Ты виновата. Эй, давай, звони ей. Даже не смей. Новый муж? О, это конец. Пойдем, дорогая. Эй, мам, смотри, что я тебе принесла. Нет, это лучше. Сладких снов, дорогая. Кто тут правильно питается? Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вау, как вкусно! Да, знаю. Надо снова их свести. Да, ты права. О, Лили, что происходит? Но снова ты. Нет, снова ты. Добрый вечер, ребята. Особое блюдо для вас. Простите нас. Мы хотели вас разлучить, но теперь хотим снова быть одной семьей. О, детки. О, детки. Давайте сфоткаемся. Сыр! Я Лили, и у меня самая лучшая семья. Так близко! Обожаю эту игру! Это отличный повод прикоснуться к ней. А теперь к ней. О боже, он такой классный! Что такое? Стив, принеси, пожалуйста, воды. Окей. Он реально красивый. Эй! Это просто игра. Что ж, мы этого не потерпим. О,
ты собралась уходить? Пока! Ну ты и вредина. Этот ТикТок точно взорвет интернет. Пора уже людям понять. Животные — это друзья, а не еда. Эй! Меганы рулят. Что ты делаешь? Эй! Нет! Нет! Мой телефон! Моя лампа! О, ты их сломала! Извини, я не хотела. Веганы рулят? Мне наплевать на вегетарианство! Вчера ты взялась за Стива, а сегодня это? Что с тобой такое? Привет! Ты им обеим нравишься, а? Похоже на то. Кого из них ты выберешь? А мне нужно выбирать? Но он не твой парень. Тебя это не касается! Она такая избалованная. Что ты будешь делать? Увидишь! Эй, привет! О, ты меня напугал, Стив. Арбуз, а? О, я тоже стал веганом. О, правда? А. Вау! Так классно, спасибо. Такой милый. Ха, я знал, что тебе понравится. Сави? Что? О, ладно. Я смущаюсь. Ты такая прикольная. Милая. Бедные цветочки. О, ты знаешь, Сави, я ни за что не сорву цветок. О, так есть хочется, где же она? О, Стив, извини, нужно было разобраться с делами. О, все нормально, Китти, вот это тебе. Кстати, о, я уже заказал стейки. Чудесные. Очень хочется есть. Постой. Что? Сперва сфоткаем. Ладно, конечно. Вот так. Ах, выберу лучший ракурс. Нет, не то. Ты немного загораживаешь свет. Так выглядит лучше. О, нет, мне не нравится. Может, с розами? Да, круто. Стив, Стив, смотри, тебе нравится? Вау, так красиво! Окей, давай есть. Это мой шанс. Она так прекрасна. А? Китти, твои волосы. О нет, фу! Какая гадость! Я все исправлю. Не бойся. Знаешь что? Мне так жаль, Стив. Это так неловко. Ничего, все в порядке, правда? Я просто хотел сказать, ты такая красивая, прямо как цветок. Ты такая красивая, прямо как цветок. Ты очень милая и хорошо пахнешь. Спасибо. Сави, твои зубы. О, секундочку. Вот так. Гораздо лучше. О, нет! Это совсем скверно! Стив, что происходит? Я просто хотел быть наедине с тобой. О, Стив. Давай, ну же, уходи. Окей, идем. Стив, все в порядке? Да, детка, конечно. До скорого. Не могу поверить, он такой милый, обходительный. Сейчас все это выложу. Готово. Отлично, я супер. Так трудно начинать новые тренды. Ох, эти книги такие бесполезные. О, хорошо, что он не сломался. Стив! Привет, красотка! Привет! Что такое? Что-то не так? У меня что-то есть для тебя. Вот, это для твоих тиктоков. О, как ты узнал, что мне нужна лампа? Я всегда знал. Ну ладно, мне пора. Спасибо. Спасем планету. О, Сави, ты здесь. Я тебя искал.
Что ты делаешь? О, я делаю TikTok-тренд. Это чтобы было больше просмотров. Хочешь, будем делать вместе? Да, конечно! Окей. Вот что получилось. Видишь? Зацени, круто, да? Ну что ж, если ей нравится, да! Неплохо. Так классно! Давай выложим. Да! Минуту! Она не должна это выложить! Моя вторая подружка увидит! О, чувак, нужно что-то делать! В чем дело, Стив? Я подумал, здесь плохое освещение, и вообще я... так устал, и я просто не хотел... Нет, все хорошо, не проблема. Ты знаешь, мне типа не нравится. Не, Стив, давай же. Теперь мне нужно делать еще один. Сави, я не знаю, в смысле, ну, типа... Может, мы продолжим как-нибудь позже? Да, пока, увидимся. О, мой телефон. О, спасибо. Пока-пока. Я все сделаю сама. Нужно быть осторожнее. Фу. О, это фото, где мы вместе. О, Стив такой милый. Может, позвонить ему, пожелать сладких снов? О, да. А сейчас? Вот так. Тебе нравится? Да, очень. Не могу поверить. Ты нашел точно такие да, же. Да, ну я искал и... О, нет! Стив, у нас ведь свидание. Убери телефон. Это моя мама. Мне надо ответить. Ладно, но, пожалуйста, не очень долго. Угу. Нужно реально спешить. Почему так долго? Он раньше всегда отвечал. Еще пара секунд. Ну же. Привет, Сави. Привет, Стив. Я просто звоню пожелать сладких снов. О, а я уже спал. О, окей. Кто спит в 8:30 вечера? Просто было много дел сегодня, я утомился. Все в порядке? Да, это мой хомячок. Он такой чудик. У тебя чудик. Есть хомячок? Да. Извини, мне нужно идти. Ну, пока. Он даже не пожелал доброй ночи. Надеюсь, он напишет мне утром. Он не пожелал мне доброго утра. Да что с ним такое? Опять ты? О, прости, я тебя не видела. Может, тебе пора сменить очки? О, мои очки? Эй, бро! Привет, бро! Нет! Нужно спрятаться! Что с тобой? Тихо! Они не должны меня видеть! Погоди! Ты встречаешься с ними обеими! Ну, типа да! Ха-ха! Бро, ну ты дикарь! О, да ладно! Ты такая злюка! Ох, теперь ты меня во всем винишь? Ах, надоело! Все равно, так нельзя. Давай, Стив, быстрее! Эй, Сави! Ой, Стив, я как раз тебе звонила. Насчет вчера. Это долгая история, я объясню позже. А сейчас у меня для тебя сюрприз. Та-да! Это сухие цветы, которые я хотела. Спасибо тебе, огромное. На, пустяки! Спасибо. До скорого! До скорого! Пока! Не терпится опять тебя увидеть! Да, мне тоже тебя не хватает! Взаимно, когда встречаемся! Да ладно, опять! Мои... Ой, помогите! О, Сави, тебе помочь? О, привет, Стив! Ого, столько всего! Столько всего! Это туалетная бумага? О боже, нужно ей сказать! Сави, твое платье! Как неловко! Ха, ты принесла цветок? Что такого? Это для урока биологии. О, что это ты слушаешь? Хочешь тоже послушать? О, да, конечно. Ха. Окей, пожалуйста. А левый? Правый? Окей, окей, понятно. Так, хорошо? О, окей, да.
тебе нравится? Да, я только... О боже, что он делает? Но мне это нравится. Она мне реально нравится. О, чувак! О, нет! Интересно, что он скрывает? О, Стив, с тобой все в порядке? Да, просто чепуха, приятель. О, я чуть не попался. Хм, кстати. О, да чего мило. Эй, это мой стол! О, извини. Мне нужно идти. А, пока, милый. А, так достали эти парочки? О, это было как сон. Но он вечно торопится. Я очень люблю твои тиктоки. Они такие крутые. Спасибо, ты супер. Ты такой милый. Стой. Эта игра продолжается. Нельзя позволить, чтобы он так обманывал Сави. Надо сказать ей правду. Я был лучшего мнения о тебе, Стив. Привет, О, привет, Китти. Стив, нам надо поговорить. О чем? Стив, ты все еще крутишь с двумя девушками одновременно? Да! Ты ведь понимаешь, что надо будет выбрать одну? Да, Том, я знаю. Но что делать, если мне нравятся обе? Я твой друг. И я тебе помогу. Слушай внимательно. Повторять не буду. В чем дело, чувак? С одной стороны у нас Сави, а на другой стороне Китти. А, все равно не понимаю. Что тебе нравится в Сави? Ну, она очень милая. Хорошо, милая. Милая, вот так. А как насчет Китти? Она огонь. Обожаю ее красный наряд. Ну да. Вернемся опять к Сави. Сави... Сави умная. Окей. Дальше. Красивые волосы. О, что такое? А еще мне нравится ее тату. Ладно, что еще? Этого не может быть. В общем, ты в основном любишь ее характер. Да, похоже, да, ты похоже, прав. Похоже, ты абсолютно прав. Что? Не могу поверить. Просто не могу. Он сказал, что ему нравится только мой характер. И больше ничего? О. Итак, кого ты выберешь? Думаешь, это так просто? А мне кажется, все уже ясно. Может, для тебя, но не для меня. О, Сави. Мам. Мам. Нам нужно 30 к следующей неделе. Мероприятие уже скоро. Что? Мне нужна помощь. Ты не видишь, я занята. У меня дела по работе. Поговорим позже. Но, мам, это насчет моего парня. Твоего парня? Не забудь, у нас есть к чему стремиться, юная леди. Парень тебе будет мешать. Нет, это я не вам говорю. Мам, он мне так нравится. Я тебе уже сказала. Это пустая трата времени. Ничего, кроме вреда. Иди лучше учи уроки, пожалуйста. Ну, мам, я просто хотела поговорить. Не отвлекай меня этой чепухой. Это не чепуха, мам. Он мне так нужен. Но почему мама всегда занята? Она меня никогда не слушает. У нее вечно нет времени. И этот список... Я не понимаю. Ему нравится мой характер, но не нравится внешность. Возможно, пора сменить имидж. А? Да, у меня получится. Я же умная. Посмотрим, что у нас тут. Да, Нарния, я иду. О, нет, тоже нет. Фу, точно не то. Ну где же... Кошмар, у меня тут сплошной отстой. Что же мне делать? Мне буквально нечего надеть. Какая досада. Может, я смогу что-то заказать? Откладывала это на черный день. Возможно, стоит менять обувь почаще. Здесь есть еще деньги. На деревьях не растут, а вот под деревьями.
Это было на растение. Сейчас не до этого. Теперь надо быстро посчитать. Окей, этого хватит. Итак, посмотрим. О, нет, это слишком красное. Как насчет этого? Думаю, будет слишком свободно в талии. О, нет уж, это чересчур. О, вот это уже лучше. В стиле Бритни Спирс. Купить. Уху! О, быстро! Пора нанести макияж. Хорошо, для начала удалю вот это. Мне нужно что-то покруче. Окей, вот так. В жизни каждой девушки наступает время трудных решений. Что же мне выбрать? Может быть, вот это? О, выглядит слишком бледно. Нет. Как насчет этого? Нет. Еще попытка, и еще. Моя рука теперь похожа на модного фламинго. О, вот это да. Ничего не подходит. А? Я знаю, где найти идеальный цвет. Нужно все делать тихо. Ее здесь нет. Можно начинать. Где же она хранит помаду? О, да что ж такое? Может, здесь? Я чувствую близость помады. Ага! Да, миссия выполнена. Неплохо. А теперь попробуем. Надеюсь, оно того стоило. Но была не была. Совсем другое дело. Отлично. Что теперь? Секундочку. Это пригодится. Нанесу немного на палец и использую как тени для век. Вот так, прямо на веки. Круто! Я знаю еще одно применение. На щеках. Здорово придумано, Сэви. О, я похожа на мою маму. Нужно что-то сделать. Придумала. Здесь есть кое-что. Ну-ка. Столько воспоминаний. Звездочка Лили. Нет. Нет. Не то. У меня осталось это? О, вау. Да, чем больше блесток, тем лучше. Отличное дополнение к теням для век. Не забудем сделать второе веко. Что? Сави! Мам? Я должна платить за твои бесполезные покупки? Что это за бардак? Это парень тебя опять отвлекает? Уберись немедленно! Окей, мам, я сейчас. Деньги на столе. Так-то лучше. Это я забираю. Постой. Моя помада? Сколько раз тебе говорить? Не трогай мои вещи. Извини. Карманных денег в этом месяце не будет. Когда она научится? Мам, всегда она так. Зато у меня новые вещи. Не терпится примерить. О, чудесно! Буду выглядеть так, как нравится Стиву. Привет. Это мне не нужно. Я готова. Еще один чудесный день в школе, а? Я узнаю эти очки. Это очки Сави. Нужно ее найти. Веди себя естественно. Он тебя заметит. Ух ты, классно выглядишь. Спасибо. О, нет. Что это такое? Крутой наряд. Мы теперь похожи. Не могу поверить. Ты сменила прическу. Ну, слегка. Юбка совсем как у меня? Моя красная с синими полосками. И у тебя татуировка? Это просто для уроков рисования. Мне нужно идти. Так трудно быть популярной. Все хотят тебя скопировать. О, да чего неловко. Я выгляжу совсем как она. Но в таком случае... это значит, что Стиву нравятся популярные девушки? Ну, это не в его стиле. Ну ладно. Нужно что-то сделать. О, есть задумка. Теперь меня точно все заметят. Хорошо.
Еще одну. А теперь живот. Подоткну футболку вот так. Поглядите на меня. Намного лучше. Я все равно похожа на нее. Нужно это исправить. О, я нашла сокровище. Было и похуже. Сгодится. Сави! Привет! Том. Я тебя искал! Нашел вот это! О, они же твои! Мои очки! Да! Спасибо, Стив! Спасибо, Том! О, ты изменилась! Да, немного сменила имидж. Да, но теперь ты похожа на остальных девчонок. Да, мне пора. Поговорим позже, окей, Том? Ладно. До скорого. Пока. Китти? Ха, постой! Вау! Вау, тебя не узнать! Ты тоже изменился. Это для баскетбольного матча. Ну, как дела? У меня есть кое-что для тебя. Вот, держи. О, вау, такая прелесть. Давай я тебе помогу. Вау, Стив, такая красота. Мне да, очень нравится. Ни у кого больше такого нет. Да чего мило. Не терпится показать новый наряд в ТикТоке. Это будет супер. Скажи, моцарелла. Что? Теперь у тебя такое же ожерелье, как у меня? Мне оно больше идет. Такое же ожерелье? Да, но... и мое мне подарил мой парень. Мне мое тоже подарил мой парень. И, кстати, это Стив. Что? Какой Стив? Стив? Это Стив. Что? Но Стив мой парень. Видишь? Это я с ним встречаюсь? Как это возможно? Это просто прикол. Значит, сперва ты крадешь мой стиль, а теперь ты хочешь украсть моего парня? Ты это сделала в фотошопе. Может, это ты все делаешь в фотошопе? Что? Я самая популярная девушка в школе. А я самая умная. Ну и что? Ты просто опять меня копируешь. Знаешь, что у меня нет на это времени. Копирую? Что? Одну минуту. Список. О, нет. Сообщение. Видео. О, он точно что-то скрывал. Он что? Нет. Нет. Он что, правда встречается с двумя девушками сразу? Нет, я в это не верю. Это... А? Может, это Китти? Ха, Сави. Окей. Что? Постой, Кларк Кент. Тут дело для Супермена. Время для трансформации. Качок за пару секунд. А, это долой. Эй, Китти. Привет, Стив. Как дела? О, неплохо. Сходим куда-нибудь вместе? Да, конечно. Куда бы ты хотела сходить? О, я хочу в бар, а потом в кино, а затем... Стив? Что? Что происходит? Итак, я не хотела верить, но... Ты действительно крутишь с двоими. А знаешь что, Стив? С меня тоже довольна. Возьми это ожерелье, оно мне не нужно. И все это забирай, потому что я самая популярная девушка в школе, знаешь ли. И что теперь обо мне подумают? О, я знаю, ты об этом пожалеешь. Ты больше никогда не будешь играть в баскетбол. Стив, как ты мог сделать такое? Знаешь что, я возвращаю твой подарок, возьми, мне ничего не надо от тебя. Но, Сави, я... Достаточно вранья, Стив. Сави, я могу объяснить. Объяснить что? Ты мне изменяешь? Нет, я совсем не хотел тебя обидеть, я... Я просто запутался. В чем запутался? В нарядах? С Китти ты был баскетболистом, а со мной защитником природы. Ты права. Я... Все испортил. Да, ты все испортил. И я испортила свой имидж, пытаясь тебе понравиться. Это все из-за списка? Я не хотел! Дурацкий список! Да, дурацкий список, как и ты. Ты сам глупый, Стив. Ты мне надоел. И этот парик тоже. О, мне нравятся твои волосы. Не трогай меня.
Ты меня не любишь. Никого ты не любишь. Возьми. Ты это чувствуешь? Мое сердце бьется для тебя, Сави. Оставь меня в покое. Молодец, герой-любовник. Как Стив мог так поступить? Мне плохо. Это так унизительно. Никакой счастливой концовки. Не хочу больше здесь оставаться. Сави! Сави, почему ты плачешь? Сави, ты в порядке? Я только что узнала, что Стив встречался со мной и с Китти одновременно. Ты знал об этом? Если честно, да. Я пытался его вразумить, но он не слушал. Он очень изменился. Я его не узнаю. Он не тот Стив, каким был раньше. Он не заслужил друзей. Не плачь, Сави. По-моему, девушки вроде тебя слишком хороши для таких, как Стив. Что мне теперь делать? О, знаешь что? Я собрался в приют для животных, чтобы взять себе собаку. Хочешь, пойдем вместе? Только взгляни на эти мордочки. Да, щеночки, я всегда им рада. Ага. Ты очень милый, Том. Мне с тобой нравится. Спасибо, ты тоже мне нравишься. Так вот, что значит щенячья любовь. Нужно торопиться, стой! Красный свет, красный свет, красный свет, красный свет! Что происходит? Эй, опять сломалась, я ее заменю! У меня ноги дрожат, у меня чешется нос. Встречайте новую куклу мальчика! Боже, он такой милый! Он такой хорошенький! Зеленый свет! Ох уж эти девчонки! Давайте быстрее! Эй, осторожно! Красный свет! Упс, устранен! Реально? Нет! Пока-пока, лузер! Он будет моим! Он будет моим! Что? Переходим к следующей игре, дамы! Какая странная комната! Я выиграю игру и заполучу его. Даже он не мечтай. Он такой симпатичный. Ваш первый челлендж. Вырежьте фигуру из печенья. Удачница. Тебе удача больше нужна. У меня есть идея. Оближем печенье, чтобы лучше резалось. Отвратительно. Что она делает? Какое милое сердечко. Вау. Ну уж нет. Охранник. Что тебе нужно? Да. Ага. Вот твоя плата. Хорошо, я это сделаю. Я сделала тебе сердечко из печенья. Ничего себе! Вау! Смотри, я вырезала на печенье твой портрет. Это что, я? Я так старалась, чтобы вышло похоже. Тебе нравится? Шедевр. О, ты такой милый. Что? Это нечестно. Второй челлендж. Пройдите по стеклянному мосту. Он посмотрел на меня. О, мне нужно произвести на него впечатление. Я иду к тебе, любовь моя. Проверю мост с помощью одежды. Да, проще простого. Как она это сделала? О, я забыла деньги. Может, использовать ожерелье? Нет, оно слишком дорогое. О, боже, как же мне перейти мост? Я знаю, что делать. Это было умно, Майя. Большое спасибо. Что? Китти-акробатка? Ух ты, классно! Фух, это было не я так уж и сложно. Я думал, что Майя крутая, но ты... Я такого еще никогда не видел. О, ты такой милашка. Упс, мое смущение зашкаливает. Я покажу тебе, Китти. Ой, не могу перевернуть этот конверт. Смотри, как это делают победители. Что? О, да. С дороги, лузер! У-ху! Я королева игры в кальмара! Давайте, мои стражники! Отличная работа, Майя! Поздравляю! Она меня достала. Я тебя люблю. Ему любовное письмо. Эй, охранник! Проблемы? Отнеси это красивому парню у стены. Я не почтальон! Я заплачу тебе. О, боже, это больше, чем моя годовая зарплата! Я сейчас вернусь! Эй, ты! Девушка напротив попросила меня передать это. Ничего себе, она любит меня! Наконец-то и у меня будет подружка! Я тоже тебя люблю! Фу, кошмар! Глупый охранник! Позволь мне показать, как это делается! Ага! Лови! Ай! Перезагрузка системы! О нет, мои лазеры вышли из-под контроля! О, какая большая дыра! Что с ним не так?
Конец-то пришел! Фу, отвали от меня! Я обыграю тебя в следующей игре. Посмотрим. Последний раунд перетягивания каната. 3, 2, 1, вперед! Ау, я сломала ноготь! Она почти сдвинулась. Что они делают? Мне нужна помощь. Эй, ты! Моя девушка зовет меня! Я здесь, детка! Избавься от этой обжоры, Майя! Для тебя что угодно, любовь моя! Деньги решают все. Самый вкусный из всех кексов, любовь моя! О, вот это да! Эй, Майя, лови! Вкусняшка! Так ты еще вкуснее! Ой, боже мой, я выиграла игру, я победила! Поздравляю, Китти! Люблю тебя, детка! Большое вот твой спасибо. Приз! Как насчет романтического Сколько путешествия? Дима. Молодец, Китти! Майя? Я не ела ничего вкуснее. Но как ты? Как она? Надо же! Майя, ты в порядке? Нет, я ушибла руку. Да чего же больно? Что? Почему он с ней? Подержи. Я выиграла эту игру и выиграла мою любимую куклу. Пока! Я победила, и ты идешь со мной вот так. Не так быстро. В чем дело? Мне нужно тебя просканировать. Что? Она дала тебе денег? Нет, это не так. Это не мое. Ты сжульничала. Нет, о чем это ты? У меня было другое мнение о тебе. Мне это больше не нужно. Но я думала, я тебе нравлюсь. Я не люблю обманщиков. Устранена. Нет, пожалуйста, нет. Ты в порядке, Майя? Теперь мне гораздо лучше. И я хочу уйти отсюда вместе с тобой. Но я не выиграла. Я могу помочь. Выход вот здесь. Наконец-то мы будем свободны. Да. О, нет. А? Кто это? Ведущий. Куда ты собрался? Не забудь, у нас контракт. А? Что еще за контракт? Теперь я жалею об этом. Нет контракта, нет проблем. Что ты наделала? Скорее! Почему они всегда убегают? Всем охранникам найдите их живыми! Спрячемся в офисе службы безопасности. Ты уверена? Мы сможем отключить все камеры. Охранник спит. Давай наденем на него наушники. Будь осторожен. Надо же, он храпит, как моя кукольная бабушка. Ты не слышал моего храпа, приятель. Спит, как младенец. Отлично. Давай выключим камеры. Ты знаешь, как это сделать? Конечно. Я ведь ботанка. И готова. Ух ты! Ты их все отключила, Майя. Разыграем ведущего с помощью рации. Эй, придурки! Вы нас никогда не найдете. Они в офисе службы безопасности. О, нет. Мой заряд всего 20%. Этого тебе хватит на целый месяц. Ай, 1%. Отключаюсь. О, нет. Как же его починить? Откройте дверь, мы знаем, что вы здесь. Ведущий нашел нас. Ох, у меня есть идея. Я могу подзарядить его от камеры. Откройте дверь, или мы ее вышибем. Не так уж и сложно. Ты нормально? Да, ты вернула меня к жизни, Майя. О, нет, что же нам делать? Это конец. Я уже сламываюсь. Наконец-то. Что? Где они? Эй, проснись, где они? Где они, кто? Они выключили все камеры. О, нет! Ты уволен! Только не мой день рождения! Отличный план, Майя. Я же говорила тебе, я ботанка. Никто теперь нас не найдет. Вентиляция работает! Кто вы такие? Ай, моя голова! Опс, привет! Вы те самые беглецы! Попали! Нет! Никто вам не поможет, глупые! Вот так! Сейчас позвоню ведущему. Нам нужно убираться отсюда, используя очки, чтобы перерезать веревки. Готово. Что? Как он выбрался? Где он? Я здесь, Майя. Что? Ты потеряла свои очки. О, ты такой милый. Но как тебе удалось сбежать? Мои глазные лазеры. Почему ты не использовал их раньше? Я не подумала об этом. Давай, нам нужно бежать. Окей, побежали. Я поймал их, босс. Вот они. Ты что, издеваешься? Они сбежали. Как же они вырвались из моих сверхпрочных веревок? Извините меня, босс. Ты уволен. Нет, как я буду платить за свои уроки КПР? Куда нам теперь идти? Я не знаю. От меня не убежишь. Хорошо, хорошо, я сдаюсь. Но сперва, как насчет тиктоков? Это сейчас в тренде.
По моей голове! Снимите его! Как по нотам! Хорошая работа, Майя! Вместе мы отличная команда! Окей, вперед! Добавим щепотку вот этого! Еще один блин подгорел! А? Где я оставил поварской колпак? Надеюсь, они на моей голове! Иди сюда! Быстрее! Я еле убежал от сторожевых хомяков! Только не это! Что вы здесь делаете? Хотите блинов? Может, скажете что-нибудь? Какая длинная пауза. Я согласен. Что нам делать? Я буду сражаться с ними вилкой и ножом. Спрячься за мной, Майя. Ты не должна это видеть. Ты хочешь победить нас этим? Да! О, боже, они убьют его. Думай, Майя, думай. Можно использовать эти блины. Ты лучше спрячься за мной. Кто хочет быть первым, ребята? Давай разберемся с этим блючком. Получай, щитник. Ай, моя рука! Только не в лицо, Ты окей? Да, это было классно. Я бы хотела тебе напомнить. О, я мог бы использовать свои лазеры. Давай уйдем отсюда. Да, давай. Надеюсь, сторожевые хомяки больше не нападут на меня. Я кое-что забыла. Извини, моя вкусная награда. Давай вызовем лифт. Нажми на кнопку быстро. Отлично, заходи, быстрее. У тебя есть жвачка? Нет. Давай. Круто. Горизонт чист. Иди за мной. Они поехали на лифте. Бежим. Поторопитесь, или все туда не поместимся. Эй, подождите меня. Фу, гадость. В чем дело, ребята? Давай разделимся, мы пойдем налево. Мы проверим правое крыло. О, нет, они найдут нас Давай здесь. Давай притворимся манекенами. Ух ты, отличная идея. Упс. Я хочу писать. Я думала, куклы не Куда писать. Же они делись? Может, они сбежали через магический портал? А, мы не в кино, придурок! Какие странные манекены! Это они! Ловите их! Ой, бежим! Спрячемся в этом картонном домике! Не слишком ли он мал для нас? Они прячутся там? Да, пошли! Что ж, внутри так просторно! Я же говорил тебе, идем, следуй за мной! Как мы могли их пропустить? Давайте снова разделимся! Идем вон туда! Нет, туда! Они такие быстрые! Бежим! Эй, где все? О, боже, мы бегаем по кругу! Мы окружены, Майя! Ха-ха! Это конец, ребята! Магия вам не поможет! О, нет! Это еще не конец! О, я нашел монетку! Что там? Глазам своим не верю! Мы нашли выход! Да! Идем! Я никогда раньше не был снаружи! Нет! Стойте! Я все видел! В последний раз даю вам шанс! Последний челлендж! Вам нужно выпить полную бутылку спрайта! Выпить эту бутылочку? Легко! Без отрыжки! Если вам удастся, то вы выиграете игру! Без отрыжки? Хорошо, я готова. Держись, желудок. Что? Это действительно происходит? Готово. Никакой отрыжки. Майя, ты окей? Без проблем. А серьезно? Как ты это сделала? Ладно, можете идти. Вот ваш приз. Новое руководство? Теперь ты будешь знать, как меня использовать, Майя. Классно. Это невозможно. Вы выиграли игру. Вы свободны. Да, мы сделали это. Я буду скучать по вам. Наконец-то мы снаружи. Ура! Да. Что-то не так. Думаю, мне нужен ремонт после всех этих челленджей. С этой инструкцией я точно тебе помогу. Ух ты, круто! Вау! Моя очередь! Я всегда побеждаю! Смотрите, что у меня! Такая всего одна была! Упс! Привет, привет, привет! О, вау! Пойдем со мной, присоединяйся к игре в кальмара. Стать богатым? Вот это да! Я богат! Я в деле! Хочешь разбогатеть?
Стой! Чего? Как насчет этого? Супербогатство! Я супербогата! Я в деле! Залезай! Твой напиток! Спасибо! Твой транспорт! Круто! А? Он сломан! Подождите! Добро пожаловать, мисс! Супербогатство? Вау! Деньги! Моя прелесть! Твой костюм! Это не мой уровень! Вау! Вау! Лучший костюм в моей жизни! Нет! 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 Хочу это! Окей, босс! Круто! Альфред, мне нужен номер один! Да, мисс! Что? Супер! Так даже лучше! Твой номер! Иди! Победитель получит все! Вперед! Это моя сильная сторона! Моя сила – это деньги! Эй! Оки-доки! Деньги – окей! Это еще что? Моя прелесть! Деньги! Вау! Победила Кейси! Да! Я стану супербогатой! Шевелись! Следуй! Встань тут! Что? Ужасно! Можно еще Шевелись. Раз? Следующий! Начнем! Есть! Ваша спальня! Что? Вау! Не мой уровень! Я тоже хочу! Знаю! Мило! Вау, как уютно! Ну, наконец-то! Можно поспать! Ау! Слишком рано! Обуться.
попадите в цель. Но я никогда не стрелял. У меня нет шансов. Да! Не промаж. Скорее! Опс! Стив победил! Я стану богатым! Еще посмотрим! Вау! Что здесь происходит? Мне нужна информация! Оки-доки! С этими деньгами она победит. Оу, я знаю, что делать. Парочка. О, может это? Поползу дальше. Оу. Вот план. Что это? Оу, нужно разглядеть. Отлично! Да! Теперь я все знаю! Фу, я знаю, что делать! Зеленый свет! Я так богата! Повеселимся! Нет, Стив, не надо! Красный свет! О, трофей! Я смогу! Зеленый свет! Поехали! Я не один такой. Оба проиграли. Что? Выберите верный путь. Старт. Ты первый. Что? А это идея! Посмотрим! Мой последний шанс! Нет, стой! Что? Лучше я сама! У нас получилось! Мисс Кейси! Спасибо! Повезло тебе! Я знаю, что делать. Попробуй. Не нажимай. Ребята! Ребята, смотрите! Последняя битва. Следующий челлендж. Нет, я должен победить. Леди. Я сто раз так делала. Твоя конфета. Окей. Не могу больше.
дальше. Вкусно! Ты проиграл. Глянь! Ха, глянь! О нет! Что? Мисс Кейси! Спасибо, Альфред! Стив? Мой друг! Печенька! Вкусно! Спасибо, бро! Пожалуйста! А есть еще печенье? Все для тебя, бро! За нас! За нас!